Так, ну, как говорится, на раз-два начали. Я ваш новый адвокат. Суть обвинений коротенько, в двух словах. Ну чего, там, типа я к одному хмырю в гости пришел, выпили. Потом чего-то там три трупа нашли. Ну, хмыря, соседа и кота. Кота я завалил. Кота. А потом ушел. В чем? Ясно тебе? Да, ну, это дело мы решим насчет раз. У меня такая репутация. Вашу невиновность доказываем сразу просто. Репутация. Значит так, запоминайте. Нигде не были, никакого хмыря не видели. Вот и все. Не-не-не, ты не гони. Че, я же не отрицаю. Кота я, а остальное на! Выкуси! Ты понял? Выкуси, вот! Ага! Здесь что, адвокат? Здесь ответы задаю я! Ты понял? Я не для того 10 лет на юрфаке чалил, чтобы ты мне здесь мякал! Если я сказал, что ты не был, значит не был! Ты понял? Понял! Если ты мне репутацию испортишь, калекой выйдешь! За душу, гада! За душу!